Объект дает как баф. Там СПД, знаешь, надо так, после того, как ты соберешь кап хосты, то что все надо так, небольшой кап иметь. Ну, если тебе нет. Еще 100. Хосты. Ну это понятно. 250 там и левел, я не знаю, что это. Сколько он она падает? Она хоть и чешка, она хуже этой. Чешка дает же хосту плюс СПД. Она хуже карты. Ну, карту надо прожимать, и карта вроде бы КД дольше. Разве я не прав? Ой, я даже не знаю, блять, кого тут добрать. Да, ну спросите в гильчате, я хуй знает. Есть там кто? А что у нас? Кого-то нету? На стресс спрашивают, кого-то вместо него добрать. А чё, у тебя выходить надо или чё? Ну, насколько я понимаю, чешка КД 45 секунд, не? Это я не знаю. Выглядит так, как будто да. Ну, а, да, у, а у карты 2 минуты. Ну ладно, это все охуенно. Вон, малифицисты, принимай сумон, спекайся в танк, и влаш АФК, надо бить уже. Мы тут стоим, блядь. Пришел тебе сумон, нет? Ну, у карты 1 минут КД. Да, 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 минут. Слушай, на стресс, но я не знаю. Если надо куда-то, ну иди, чем мы и так убьем. Малифицисты где там? Пошли, Лаша, ебашите. Так ты-то фаер звузы. Мы про фанстов. Я вот думаю, надо нам третий танк или нет. А, у тебя есть мишка. Давай. Давай мишку. Третью копию потанчишь и на лобах сейчас поможешь. Сейчас добьем моба, спекнется, пускай в мишку. Так, давай спекайся. Я тут это, краем уха слушаю, северный поток пахнули, но взорвали, получается, да? А я что-то не знаю, даже новостей не смотрел. Как взорвали, чем взорвали? Ну, типа, ну, трубу бахнули, он да, сейчас там газ выходит из него. А, там же газ. Ну да. А кто взорвал? Ну, типа, а кто может, я не знаю, диверсионные группы какие-то. А кто, откуда они, ну, понятно. Так, ну давай, это самое, ты спекнулся там, Синтек? А, спекнулся. Врывайся в толпу в эту, мы по пробудителю заберем. Ты второго. Ваши второго забирай. Можешь Синтек еще тех два моба привести, там сейчас тебя никто не откидывает. Нихуя. Короче, сегодня выпадет три чешки, нахуй. Не знаю каких, правда. Все три на хилат. На уворот сейчас выпадет. Не, ну танка нахуй, лучше бы ее вообще из игры удалили, блядь.
Там под ебалом мобов не стойте, там агрессоры такие есть. У них клиф рассекающий, так что осторожно. Есть синий камень. Как раз в сумке лежит. Там где-то был. А, вот он. Я хочу, короче, сделать в один день ЦЛК, РС и ГМКМ. За 4 часа надо закрывать. Изи. Вот, ну с такими вайбами, как были в ЦЛК, это проблематично, мягко говоря. Ну, бы-то собираться, ну, не в 8 начинать собираться, типа в 8 начинать собираться. Ну, я по своему времени. Типа, чтобы... Врывайся, Синте, где ты там? Врывайся. О. И победитель в номинации «Самый умирающий маг» получает Зулджин. Тут аплодисменты должны быть. Я картинку скидывал, видели в группе? Нет, там два на скайпе про Зулджина. Ну, угарная. Ну-ка, ебай. Где этот картинка танка подписана? Там тип, который Димон заминированный этапом, блядь. Я прям вспомнил, я его голос прям услышал, блядь. Похуй, абсолютно, блядь. Вообще похуй. И Зулджин такой, блядь. Могила такая, блядь. Так где такой разъёб-то посмотреть можно, ебать? Да там где-то прокрутить надо. Далеко где-то во флудилке. Где-то во флудилке. Надо чат с мемами, походу, начать создавать уже. Да, какое-то время и про меня мемы были, блядь. Ну, например, такой мем. Войд приходит на синдру после первого вайпа с пекает 6-го хила, после 2-го 7-го, блядь. Нормальный мем, посмотрел, оценил. Спасите, я подойду. Да. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Твоя сила на исходе, тупейшая. А сколько убивать примерно? Чё нужно? Сколько убивать примерно по времени? Кого, РС-ку? Ух, да-да. 20 минут. Леон. Трэш дольше чистить. Угу. Слабый босс. Если вы понетесь, блядь, то ничего же не спасет, блядь. Ну что, никто же никого не торопится, по-моему, сегодня. Да, походу так. Грипнул пидор, а? Верим. Ваня, а мы с Бонсаем обменялись. Ты с этим, с Эфиодолеком обменялись? Ну-ка. Химис СС Синтеко. Чё там ты хотел сказать? Я пока не могу использовать эту способность. Друид, короче. Рили по друид инвалиду.
Вихторка давай по Войду, а Притон давай по Вилаш. Я на боссе, вторую копию Вилаша, третью, последнюю синтек. Вставайте, что там рыбу вам ебануть надо? Вот рыба. Ешьте, пейте. Что тут? Жуйте орбит. А что за хуйня? Мы что, 2 часа синдру протраили? У меня саппорт аж кончился, нахуй. Ебать, выпью на хп. Жестко, нахуй. Синдру плюс лича. Пиздец. Так, а где забегать? Что-то запутался, нахуй. Тут обычно забегает. Чё там, блядь? Песа, Равист, Двоноска, Топа. А, извините. Короче, Рависта нет, проехали. А, вот приехал. Давай, блядь. Сжигание, блять, вы все в куче стоите. Вас так учили, да, наверное? В куче стоять. Чтобы меня с 99 стаками босс ебашил. Пизда просто, блядь. Нет, под лицо врать тоже надо сказать. Ага. Тактика, гайд. Там ДПС увеличивается. Шотается лич, падает шем, волонир, нахуй. ДРНЖ, встаньте, сейчас рассоситесь получше. Сейчас будет откидывалка и копия появится. Чтобы он не захилил эти две копии, блять, на фул хп. Вот рейнджу встаньте нормально. Подъебало не стой, уйди отсюда, кто это? Не проебите Войда. Блять, сдохну сейчас нахуй. Нормально. Сука. Вихторка лежит. Интересно. Чилит. А ты как сдох, Вихторка? Он тебя разъебал. Ну, босс пол арены пробежал, пизданул мне. И Вилаша, значит. Сука, я ни зыбку дать не успел. Ёбаный рот. Ладно. Блядь, что происходит вообще? Вот эту копию синтек должен забирать. Она бегает как хуйня в проруби. Синтек просто с нами не танчил. Он думал, надо в дереве стоять. Синтека не уроните, он сейчас сдохнет. Нормально. Все, встаньте поудобнее, рейндж получше наберите. Сделайте так, чтобы трех танков могли доставать. Я вот, блядь, сейчас сдохну. У меня копия выросла. На рейндж вокруг всех этих копий встаньте. И главное, хилы, чтобы в центре были. Хилам дайте место. Куда ты бежишь, блядь, подъебала? Пиздец. Босс захиливается. Не зыбка. У меня еще есть, в принципе, не зыбка. А кого бить-то? Любую копию бить, если кто не в курсе. ТП у них общее. Скольки там? 32%? Уже три копии, если вы не заметили. Просто он захиливался, то что раньше не держит. Уже три... Один босс вот на Войде, и остальные две эти копии его что. Когда там сейв, да? Сейв, да похуй. Пока не надо. Пока похуй. Стаков да, мало. Я ушел. Смотрите, чтобы вы доставали. Где он, кстати, я его сам не вижу. А, вон он. Это сзади Войда. Да, я проведу немножко. Нормально. Ну вот на егошнем сейчас стаках много. Могу, короче, даю незыбку. Чтобы Вилашу поменьше пробивала. Вилашу захилю. Угу. Ну все, там потихоньку добиваем.
Забегай быстрее, мы сразу на коня и сразу к нам. Ладно, поставлю рыбу еще раз. Роги, ханта нету, намажьте анестезирующий яд. Скидывать это... Как он называется, блять? Вступление. История, носка. Поехали. Вступление. Красных метки. От них отходим, как на синдре. Вот на мне метка, от меня отойдите тоже. Главное, зыбку. Ох, убегает тело. Кто это? Топа бегает. ГЦ, блядь. Видишь, ты дамаг получаешь. Так куда я пойду? Вокруг все встали, блядь. Там за хвостом должен стоять. Вон, где рейд стоит. Метки в сторону убегают. Никто, не все в сторону, как бичи убегают. Убегают только метки. Люди стоят там, вот где вы сейчас сзади стоите, там где тотемы стоят, вот там и стоите. А метки убегают. Они все выбегают. Поэтому так и получается. Что бежать-то некуда. Это относится к тому, что как и на собаке, вы падаете по КД, потом я вам, блядь, объясняю, стойте, сука, так, чтобы было вам куда убегать. Вот вы эту хуйню должны понимать. Это вообще, блядь, талант, который дается только с рождения, походу. По стенке там бегите. Синтек с Вилашей там лево-право поделите, кто там дальний, кто ближний. Я на боссе. Проверка. Так, пишет, проверка завершена. А кто это? А, Титикака, он все ушел, да? Да, нет его. А, ты на маге? Я понял. Что-то не заметил. Ну ладно, поехали. Там хилы достают меня нормально, ну, в смысле видно. Это бывает, это параша. Давайте, кстати, Геру на этой хуйне. Так, сейчас сильнее хилить начинаем. Прямо оверхилим всех трех танков. Все, 5 стаков прорубания. Прямо оверхилим. Пол хп будет сносить стычки. Вилаша, давай не зыбку. Все, добьем нормально. На ту сторону перебегайте, босса не спульте.
Сейчас я метки поставлю. И скажу, кто где. Да ебаный в рот, ебаная, блядь, Вуду. Сука. Я же говорю, не спульте, выйдите за край. Ебать. Да, в сову. Да, ты в сову. Блядь, что-то магов дохуя. Ага. Синтек и... Химисом. Так. Так, Вихторка во тьме поиграешь. Вот. Так, значит, Вихторка во тьме. Так, сейчас секунду я поставлю. Там никто же не сдыхал, не надо рыбу. Вроде ставили. Перед Савианой. Не надо же рыбу, да? Все с рыбой. Так, значит, свету хилит. Кто из вас ДЦшник? Этот, Геншин? Да, я. Можем вообще в 2 ДЦ пойти? Да, как кстати. Как хочешь, холиком интереснее в тьме. Этот Геншин. А, не, я лучше в ДЦ в свету. Кто? Не люблю щиты. А, хорошо. Ты не люблю щиты с Айновером, тогда в свету. Геншин в любом спеке во тьме. И также Бидон и Друид Инвалид вы во тьме. У вас в тьме втроем большая ответственность. Не уронить танка, не уронить метку. Вынести метку и не попасть в лезвие. Кто у нас там скиллованный? Вихторка. Вот тебе кружок. В тьме, и, если кто не шарит, стоять надо в кружке. А потом уже где лезвие исчезнут, там в следующий раз и появится. Так. Ахилам сказал, и Вилаша. А, так подожди. А. Так, сейчас. А кого мне тогда еще в тьму закинуть? Так. Давай Притона тогда. Притон и Вихторка вы в тьме. Первая, вторая во тьме. Третья, четвертая в свету. Танчит у вас и Вилаша. И третья, четвертая это все пять магов. Рилли, Химиса, Песа, Синтек. И вы все в свету. Все остальные во тьме. Так, получается, у нас Гера только одна. Чудак. Ладно, похуй. Так, и еще напоминание. Зайдите вот в эту метку сейчас. И стойте в ней. Без маунтов только. Когда побегу пулить босса, не останетесь за стеной огня. Чек на пул. Встаньте в квадрат, кто там? Друид, еще там кто тела? Сейчас, блядь. Равист, где ты? Где там Равист? Вон он. Так, все готовы. Все, стойте, не шевелитесь. Не башим. Ой, скажи, где Равист стоит? Равист в тьме. Угу. Метеор прибежал. Забрал. Угу. Этот Рилли не сдохни там. Похищение жизни пока стой там, подхилься. Так, выноси огонь, Ансент. Ебать, это что нахуй? Метеор. Перебегайте, только это самое.
Заходите с треугольника. Быстрее, быстрее заходите. Выноси. Этот. А, еще не было. Вон, выноси. Шарик, только не беги. Начинаем двигаться. В кружке смотрим. Потихоньку двигаемся. Сейчас лезвие появится. По итогу у нас кто сдохший? Рили и Зулзин, нахуй. Ясно, нахуй. Немножко опыта не хватает. Первый раз тут же. Не знаю, зачем зашел приз второй, который в свету. Выноси, кто там топа или кто там. Пожирание души, видно же. 1% до фазы, готовимся. 0,5%. Наверное, готовься захиливать. Фаза пошла. 3-4 на выход. Тьма, стоп дамаг, полностью стоп дамаг. Полностью стопнули. Не люблю, блядь, не сдохни. Ебать ты кадр, сука. Синтек рез я не люблю в свету. Шарик не забеги. Кто там выносит? Вы не видите, сука, где надо стоять? Ложимся. Вихторка. Ложитесь в тьму, заходите, падайтесь, поворачивайтесь спиной к боссу. Винс, не заходите. Кто в призрака превратился, Винс, не заходите. У вас вылетит с игры. Я хуй знаю, что вам сказать. Вихторка, ты в тьме не был, да? Не шаришь? Бывает. Я хуй знаю. Теперь заходите. Че, не видно бока? Не видно, где воет, где шарики не видно? Нихуя не видно, что ли? Как я не могу понять? Вы сначала сделайте, чтобы вы не сдохли, а потом уже ДПСьте. Это ваше время. Бельтоник. Ставлю рыбу. Да, блядь. Полная поебень. Синтек, ты в тьме видишь лезвие? Хотя нет, свет нужен как БР. Кто в тьме это? История, ты шаришь? Нормально видишь? Ты же не сдох сейчас на лезвие, я что-то не помню. Ну да, не сдох. Смотрю, в принципе, за лезвиями. Кружок на хистории. Сука, стоять в кружке. Рыбу пожрите, встаньте в квадрат. Принимайте готовность. И под ебалом босса не бегай, не люблю щиты, блять. Как дела, прием? Либо не выходи, блядь, просто стой, жди, или в хвост беги. Въебали, тебя убьет. Все готовы? Стойте, не двигайтесь. Зайди, кто там на маунте, в квадрат встань. Все, не двигайтесь, пуляю. Так, через серия, блядь, забываю, пока да, блядь. Ой, блядь, зачем я не зыбку дал? Перебегаем. Метку здесь пальте. Блять. Нахуй ты там стоишь, нахуй. Этот. Равис, ресай ты в тьме. Ресай друида. Подойди ближе к боссу, ресни друида. Инвалида. Выношу метку. Блять, сука. Не заходить никому, я еще не зашел. Не заходить, стойте. Все, заходите. А все, вайпаемся.
сука. Беги, малышка, беги! Зайдите, сдохните, кто там в свету стоит. Глаз, что ж, зайди, сдохни. Сними эту хуйню. Зайдите в тьму, вынесите, залетайте, вылетите с игры. Заходим. Справа от квадрата рыба. Друид инвалид, ты тут? Прием. Да, тут. Братан, перебегай, когда метеор через бок. Вот четырьмя лапами. Не перед ебалом. Не стой перед ебалом. Конус 120 градусов. 120 градусов ясно, что такое? Это когда круг делится на три части. Это 120 градусов. Под ебалом нельзя бегать. Рассекающий до 10 целей. 10 целей рассекает. Шотает всех. 30 тысяч урона. Все, ешьте рыбу, кто там. Не люблю, ешь рыбу. А есть джесс, можете поставить? Да, надо починиться. Он жив, чинитесь. Проверка. Вилаша. Все, не двигайтесь. Перебежали метеор. Пылающий огонь Песа. Песа перебегу. Отверни немножко от рейда. Перепрыгни через его. Ага. Нормально. Так. Малефицист, мне кажется, метка там вынес, нет, чуть не вижу. Я вынес, надо с дисплея. А, ты с той стороны. Ну да, кто с тебя там дисплеить будет, смотри, какой рейндж. Заходим с треугольника. А я тогда не зыбку дал, что-то, сука. Случайно. За печенькой. Печеньки вставайте. Метку выноси, кто там, бидон. Видишь только крестик? Сейчас еще нет лезвия пока. Слева от шарика. Вот сейчас будет лезвие, готовимся. В печеньке стойте. Ровно перпендикулярно вставать. Химиса как сдох. Синтек, выйдешь в свет, его резнешь и там останетесь бить. Ну, цвету. Готовимся, лезвие. Одновременно метка. Выноси крестик. На край выноси. Бидон, ты спишь долго с этой меткой. В гере будешь ложиться по КД. Третья, четвертая на выход. Зулзин вылетел, я понял. Третья, четвертая на выход. Быстрее синтек, рез и химис. Тьма, стоп, дамаг.
Синтека ёбнул дракона. А нас глади. История, выходи. Рон, стопните, вы сейчас убьете людей. Стоп, дамагать. История, выходи, свет, и озвучиваем, что делать. Тьма, стоп. Тьма, блять, урон, стопните. Вы, блядь, что не слышите, хуярите босса до сих пор. Тьма, не бейте никто. Только танка не уроните. Прибежали на другую сторону. Малефицист, иди в свет тоже. Блять. Ты сдох, история? Как интересно. На меня упал метеорит. Я не успел бежать. Я понял, нахуй. Чё это за параша, блять? Ты а я меня... в свету бля, я в ахуе. Я, бля, пиздец. Нахуй, заходите в лужу, падайте, спиной к боссу вставайте. Вы что, блять, у вас выветривают сознание из головы как-то, блять, пиздец. Совсем хуёво. В инс не заходите там, а то крашнется игра. Не люблю, а наверное сдохните уже быстрее. Чё, заходим. Зузин вылетает, ПКД, блядь, они походу перегревается, там чё-нибудь комп. А где Песа? А, он умер первый, что ли? Какой залупы, я давно не видел. Синте, кто тебя убил? И он дракон дыханием завалил. В какой метке ты был, Синтек? Когда вышел? И Вилаша, ты в какой метке держал босс? В звезде. Пизда, блядь, вы пиздец нахуй просто. Как можно, блядь, подъебало бежать дракону? Фильм, комедийный, когда это... деревенщины, да, и к нему пацаны эти, студенты приезжали и убивались там, блять, это то же самое. Говорит, студентики, что вы делаете? Все, встаньте в квадрат, там, кто на маунтах, сейчас пулять будем, все готовы. Может, с этого раза, блин. Метеор через 5 секунд. 4, 3, 2, побежали. Вот просто Рили, Песа, Бурябай, вот как с вами работать? Сука, в Гере эта хуйня 100 тысяч будет наносить. Вот вы сейчас втроем сдохли просто. Будете, блядь, чилить на замене, нахуй. Героиков, блядь. Если не будете, блядь, нормально играть. Фаза пошла. С треугольника заходим. Начнем, да? Наверное, начну крутить заранее, что-то с шарами, что-то сейчас по-другому. Двигайтесь. Ребята, в свету, третья фаза, мы в красах. Хотя он, походу, полкруга прошел, куда я покрутил, блин. Ладно, похуй. Не уроните там меня. Три хила. Бурябай, как ты дыхание дамаг ловишь, блядь?
Ебал, идите там, стойте. В печеньку встаньте, в печеньку, сука. Алло, нахуй. Рилли, блять, второй раз подряд. Нихуя не учится, да? Третье, третье, четвертое на выход. Тьма, стоп, дамаг. Печеньку. Синтек, резнишь, Рилли. Эй, я вон в хвосте, блять. Это залупа, нахуй, называется. Вон сент, тоже хотите быстрее. На стресс, встаньте, на стресс выноси. Блять, хули вы там дохнете, ПСа нахуй. Как вы дохнете в свету, блять, как бомжи? Ну, а урон надо стопнуть, наверное, что. Этот, Иди, иди, малефицис. Два, малефицис, иди в свет, дамаж. Притон выноси, метеор перебежали. Все бьем, все нормально. Давай этот бидон Геру. Ставь тотем. Не люблю гимноману. Геншин вынес у вас там святую. Да, давай. Цвету нету шамана. Метеор. Убежали метеор. Буря-бей, буря-бей вынес, ага, нормально. Химиса вынеси. Буря моя опять. Сука. Зулзин выноси на край. Метеор перебежали. Слава яйцам, блять. Злой босс убили. Кал дерьма. Опять танковская хрень. Ура, наконец-то опять. Ну, запы, запы хорошие, эти запы себе назову хотел. Не эти заебаются. Не эти, хотя другие кожаные хотел. Нахапало надо кому-то тапки. Уф, спек там 10%. Надо никому. Понял. Ну так кайфуешь, да, от этого полета там вот эти вот. Карка, да? Танковская просто... бесплатно, чисто, чисто это РБК танчить, нахуй. Ну, а, я возьму. Она уже, по-моему, это танковская, у всех есть в этом рейде, кому она, кто ее может носить. Ну, он и Вилашка. Ну, если не сильно, надо там отдашь, там маги какие-то ролили, блядь, танчить хотят. Под ебалом, блядь, стоят. Так, ну сейчас эту запы отдам. Это у нас получается Химиса, остальные там что? А, нет, выше Эя есть, выше. Вихтурка 50 нажимал, Эя 100. Так. Запозаимбовые. Мадаларан порт. Так, что это 300 у нас? Все, сейчас ЕП дам. Чего, это ТТГ 10? Быстро пронесли. Да, да, погнали. Это, кто в ТТГ? Это плюс в гитчат поставьте. Всем спокойной ночи. Спокойной ночи. Доброй ночи. Так, сейчас, это самое, кто танканет самый главный похилит? Песа, куча магов, Локи. Кто танканет и похилит самый главный? Вилаша танканешь, нет? Кто там есть танк? Потому что думаю... Титака есть. А, ты танканешь, да? Ну, могу. Ну, давай, я... Ну, это... если бы был ДК, был бы получше. Да, деката получше, конечно. Ну, куда он там, если это быстро будет?